В октябре этого года в Сочи пройдет 9-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Участие в нем примут более 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира. В России фестиваль проводится в третий раз, и сегодня в медиацентре прошла пресс-конференция с общественными послами республики. Ими выступают 17 молодых лидеров из разных сфер. Послы обсудили подготовку к грандиозному событию. В состав делегации из Якутии войдут 150 человек. Кроме того, на площадке фестиваля пройдут соревнования по масс-рестлингу. Планируется 6 помостов в течение 4 дней. Этим помостом будет проводиться масс-рестлинг мероприятие. Первые 3 дня будут показательные, то есть любой желающий может принять участие. И в 4-й день будет уже соревнование, это уже с медалями, кубками и статуэткой самого фестиваля. Призываю молодежь участие принять в этом большом мероприятии. Это нельзя пропускать, могу сказать.